Уф, ребят, смотрите, куда я пришел. В зону 51. Шагать отсюда, шагать от дома до сюда было очень долго. И, в общем, сейчас я знаю в зоне 51 все тайники. Вот, например, здесь такой костюмчик. Так, это не надо. Ты базуку не купишь. Смотрите. Поэтому погнали, ребята. Будем вот с таким скинчиком. Так. Ребят, сразу давайте забежим вот сюда. Вот. Не понял. Открывайся. Видимо, заперто. Ладно, побежали туда. Побежали, сейчас пушечку возьмем. Пока нет монстров. О, ребят, он за мной! Помогите! Так, ладно, ребят, давай. Мне кажется, это настоящий игрок. Смотрите, ребят, какой-то портрет. Портрет чего какой-то. Ладно, ребят. Сейчас давайте маним этого маньяка. Заберемся. Здесь пушечка должна быть. Все. Надеюсь, маньяк не сможет забраться. Да вроде нет. Так, ребят. Давай, стреляем. А, что они здесь? Ребят, вы видели? Я кого-то убил, ребят. Видимо, я Джеффа смог. Я Джеффа, видимо, смог. Так, ладно. Что это, ребят, такое? Вообще этого не было. Тут закроемся. Давай. Закрывайся. Что это? Лифт? Давай вверх. 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 Я вверх сказал. Тогда вниз давай. Так, ребят, здесь мы поднимаемся. Так, и где мы? Во, смотрите. Что это? Как это взять? Интересно. Так, ладненько, что здесь у нас? Я просто давно не играл, ребята, в эту зону 51. Здесь куча обновлений уже вышло. Те, которые я не видел. Гля, погрузчик какой-то. Что это такое? О, смотрите, ребят. Как еще теперь выбраться? А, вот как. Так, ладненько. На погрузчик можно сесть? Вижу, нет. Только встать можно. Так. Что это за комната? Кажется, я, ребят, заблудился, но и мне кажется, лучше пойти сюда. О, что? А, это кислота здесь такая. Да. Ладно. Поехали. А это что? А что это? А это мы просто ходим. Мне надо бежать. А это что, реально зомби? Я пас. Закрываем дверьку. Надеюсь, это нереальный игрок. Так, ребята. Я думаю, пора. О, смотрите, там есть такой-то тайник. Давайте проберемся в него. Сейчас. Давай. Да, вот. Что? Серьезно? Всего лишь это? Ладно. Что здесь? Здесь обычно спавнятся зомби, а здесь есть тайник. И этот тайник я знаю. Запомнил. Так. А чё, ребята, у меня с ногами? Это зомби? Ой, да, это реально зомбак. Ну, я понял, ребят, как отличить зомби от реальных игроков. Закрываем. Закрывайся!
Не успели. Давай, давай, за ней. Я пока закрою дверь. Все, дверь закрыта. Сейчас я посмотрю. О, ребят, давайте забагаемся. Я знаю, как забагаться легко. Становимся сюда. Запоминайте, баху. Становимся в самую серединку и... Пф, помогите, мои ноги! Смотрите, камера, что, кто за нами наблюдает? Не знаю, ребят, кто за нами наблюдает, но уверен. Так, я понял, как открыть. Дверь надо как-то туда пробыть. Там кнопка. Так, ребят, помните, я сюда заходил. Здесь был тайник. Погнали в него. Опять. Так, вон там, я знаю, зомбаки. Мне надо как-то пробраться. Что меня бьет? Зомбарь! Еще зомбарь! Побежали, ребята! Что это? Как это сделать? Мне капец, наверное. Что меня убивают? Нет, стойте! Вау, здесь еще тайник. Там пушка. Ладно. Ладно, знаете что? Ладно. Так, ребята, этот монстр нас не убьет. Его можно не бояться. Давайте сюда зайдем. Чаки? Закрываем. Фух. И что здесь? Что это такое дверь? Надо наоборот открыть. О-о-о. Открыть. Что это? Куда я? О, ребят, я помню, я знаю. Я знаю, это место здесь есть. Игрушка Тейлз. Я знаю это место. А что это? Где он? Вон он. Ребята, вроде меня не может достать. Что это? Ребят, смотрите, я их просто троллю. Надо как-то отблизить камень. А вот я и так отблизил. Смотрите, я их просто троллю. Не догоните. О, их убил ли кто? Их кто убил? А, их кто? Это что убил? Вау, что это такое? Давайте, ребят, покажи, давайте узнаем, что это. Ребят, есть куча тайников, которых... Интересно. Я сюда... В общем, туда, ребят, реально забраться. Почти что. Ладно, респаунимся, ребят. Респаун. Так. Ну, давайте пока есть время поиграем за убийцу. Так, заходим. Выберите опцию присоединиться к... Классический режим убийцы, да, я хочу режим убийцы. Станьте убийцей и убейте всех, я знаю. Так, ребят.
Ну-ка, и кем я стал? Ребята, вы знаете? Я знаю. Не понял. Ох, что это? Не могу. Что это было, ребята? Я не смог стать убийцей. Ну, стал на секундочку, но потом. Пацан, лифт вызывали? В лифт вызывали? А, ну да, вон он. Давайте за него зайдем. Поехали на вниз. Что-то мы куда-то едем. Где мы? Опять в этой комнате? О, может, в этих ячейках что-то есть? Нет. Так, ну здесь мы, ребята, уже с вами. Куда мы не ходили? Сюда ходили. А сюда? Или сюда тоже ходили? А, нет, ребят, мы сюда ходили. А вот сюда не ходили. Или ходили? Не ходили. Пойдемте туда. Ой, как сложно. Ой, смотрите, что. Смотрите. Неплохо. Люблю. Ой, что меню? Что это за время? А, видимо, я стану монстром через это время. Ребята, чего здесь творится? Крик? Вы серьезно? Так. Где я могу взять ружье? Здесь. Гриня! Спасите! Не за мной? Да, за мной Сандермен какой-то. Да? И за мной он? Да, за мной еще как он. Быстрее сюда! Все, взяли, взяли. Так, теперь выходим. Ребят. Хопа. Хопа. Так. Ну, где он? Так, че, ты тоже с пушкой? Ты свой? Свой. Так, ладно. Ой, смотрите, это капсула закрывания. Я знаю эту. Открою. А теперь я ее закрою. Хопа. Закрываем. И... Ой, ребята, что у меня происходит? Убита один маньяк. Здесь ничего нет, ребят. Ничего. И мы уже улетаем. Ой, смотрите, а мы-то улетели не в наше место. Что это? Вау, смотрите, ребят. Я могу здесь купить любую пушку? Ой, что это? О, прокачать, конечно. Конечно. Да. Да, конечно. Я прокачал? Нет, не прокачал. Как прокачать? Ладно, потом разберемся с этим. Лучше вы скажите мне, как выйти от этого. Похоже, придется делать респаун. Так, ребята, сейчас, если, конечно, это осталось, я вам покажу. Сейчас. Да. Готовы, ребят? Смотрите. Юпи! Смотрите, геймовых. Геймовых значит, что пора заканчивать видео. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписывать меня на колокольчик. Ну, а с вами был я, Руслан. Всем пока-пока. Хочу выбраться отсюда. Выбраться.